Российский офис Cherry представил очередную модернизацию кроссовера Tiggo 4, одновременно обнародовав цены и начало продаж. Теперь в России рестайлинговый паркетник представлен как Cherry Tiggo 4 без приставки Pro, которая была введена для России в 2022 году. При этом, если сравнивать цены на турбо-версию, рестайлинговая четверка оказалась более доступной. Кроссовер получил новые фары в духе старшего Cherry Tiggo 7 Pro Max, а также обновленную радиаторную решетку, бампер и багажную дверь. Кроме того, в задних стойках крыши появились стеклянные секции, а фонари выполнены в виде единой плашки. Длина обновленного кроссовера составляет 4320 мм. Это на 2 мм больше, чем у дореформенного Tiggo 4 Pro. Высота уменьшилась на 10 мм и теперь составляет 1652 мм. Ширина и колесная база остались без изменений. 1831 и 2610 мм соответственно. Дорожный просвет 190 мм и объем багажника от 340 до 1100 литров также остались без изменений. В интерьере Cherry Tiggo 4 установлены новые передние кресла с интегрированными подголовниками. Кроссовер сохранил табло, представляющее собой объединенные экраны приборной панели и мультимедийной системы, каждой диагональю 10,25 дюйма. Также стоит сенсорный блок управления двухзонным климат-контролем. На российском рынке Tiggo 4 теперь представлен только с бензиновой турбочетверкой объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил и 210 ньютон-метров крутящего момента. Вместо вариатора теперь установлена шестиступенчатая роботизированная коробка с двумя мокрыми сцеплениями. Кроссовер разгоняется до 100 км в час за 10 секунд, тогда как дореформенный вариант с вариатором разгонялся за 9,7 секунды. Максимальная скорость новинки составляет 185 км в час. Привод при этом остается исключительно передним. Новый Cherry Tiggo 4 доступен в трех комплектациях – Active, Prime и Ultra. В стандартной комплектации базового кроссовера стоимостью 2 330 000 рублей без учета акций есть светодиодная оптика, 17-дюймовые колеса, передние и задние парктроники, электропривод багажной двери, обогрев форсунок стеклоомывателей лобового стекла, подогрев руля и передних сидений. Электронная приборка, датчики света и дождя, камера заднего вида, кондиционер, 4 подушки безопасности, ESC и круиз-контроль. В версии Prime за 2 450 000 рублей добавляются 7 эйрбэгов, камеры кругового обзора, подогрев задних сидений, климат-контроль и беспроводная зарядка. Топовая версия Cherry Tiggo 4 Ultra за 2 630 000 рублей включает 18-дюймовые колеса, люк в крыше, атмосферную подсветку интерьера, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, слежения за разметкой, мониторинга слепых зон и автоматического переключения света фар. Дореформенный Cherry Tiggo 4 Pro по-прежнему в продаже. Паркетник с турбомотором объемом 1,5 литра стоит дороже, от 2 505 000 рублей. Но разница объясняется более богатой комплектацией в стартовой версии. Стоимость дорестайлингового кроссовера с атмосферным двигателем начинается с 2 130 000 рублей. Друзья, как вы считаете, обновленный Cherry Tiggo 4 стал выглядеть лучше? И как вы думаете, с такими ценами кроссовер будет пользоваться спросом в России? Оставляйте свое мнение в комментариях. Также хочу напомнить, что у нас есть новостной телеграм-канал, где каждый день выходят актуальные автомобильные новости. Ссылка на канал будет в описании под видео и закрепленном комментарии. Переходите и подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних событий автоиндустрии.